Снова Шолмовское озеро в центре внимания. На этот раз здесь собрались для осмотра ручьев, впадающих из озера в реку Свиягу. Несмотря на то, что в этом районе появится новый жилой комплекс, озеро будет сохранено. Как отмечает замминистра природных ресурсов и экологии региона, пока территория не будет приведена в порядок и уточнены границы озера, о застройке не может идти речи. Необходимо уточнить границы данного озера, так как мы увидели, что при рассмотрении генплана были некорректно указаны границы, то есть есть смещение береговой линии, необходимо, соответственно, эти работы провести и уточнить это все в Государственном водном реестре. Пока не будет приведено все в порядок, и границы, и непосредственно само озеро, конечно, никакой застройки речи идти не может. Озеро выглядит как девственный кусочек природы. Сюда прилетают утки, цапли и даже лебеди. Местные ходят сюда семьями покормить птиц и насладиться природой. Поэтому жители хотят сохранения этой территории. Данное озеро, оно является, знаете, таким знаковым местом, где собираются жители нашего микрорайона с детьми покормить уточек, отдохнуть, посмотреть, значит, на природу. И в данном случае, как бы, хочется, знаете, сделать данное место таким, чтобы это было именно излюбленным местом отдыха всего микрорайона и не только. Уточнение границ озера займет 1,5 месяца. Мы продолжим следить за развитием событий. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.